Ксюша Модина, 7 лет, город Москва. Я мечтаю стать стюардессой, потому что хочу полететь на самолете и разносить всем еду. Я все время играю, у меня есть столик на колесиках, и я ставлю на него еду и несу на кухню. Меня делает счастливой, когда папа со мной играет, как я это называю, бесилки. И я иногда смеюсь, когда он смешные вопросы задает мне. А иногда я смеюсь из-за того, что мне, например, папа сделает мне щекотку. Мое самое главное правило, как мама моя говорит, правильно утром чистить зубы, позавтракать и идти в школу.